вёскі Палесе. Если ты помнишь, там мы едем на горы. Этот конец вёски называется Сахалин. И там мы рыбачим. И помню, туда, за домами. Там речка идёт вдоль вёски горы. Ну там хорошо, щука и сом. Тут здесь такой излучина реки. А в Старом Русе щука хорошо ловится. Скосили, это что слева, кукуруза что ли, ну что-то слабовато или поздно посажено, или это не кукуруза, понятно, быстро верно, похоже на кукурузу, но какая-то маленькая. Где-то километров 6 в длину. Ну вот был знак Достолина 7, Белоуша, потом сразу Манькович, и Манькович короткая вёска. Километр Истолин. Да, километров 6 где-то в длину. А, рынок. Ну ладно, рынок проскочили, но его нету сегодня уже. Вперед так. Вот, тут-то кукуруза, да, тут видно. Там, может быть, даже не кукуруза какая-то мелкая была. Первая, да? Да. Тут много их, но они сейчас уже днем пасутся где-то на болоте. Вот капуста, бери, угощайся. А впереди виднеется церковь православная. Дома молитвы, я не помню, наверное, тут и нету. Ну вот во дворе парник стоит. Там, да, во многих дворах. Ладно, церковь сними. Кресты как католические. Понятно. Ну это православное, или это... Ну да, православная кровь. Кресты как католические. Это так, наверное. В деревне много абрикосов, это абрикосы у забора. Лишние абрикосы. Потом будут с ведрами абрикосы. Грибы выросли. Буслы сидят на гнездах. Вот парни.
много капусты. Много, с утра было еще не все выложено. Молочный комбинат. По-моему, Савушкин продукт. Видишь, сыров целая куча на улице. Угу. Вот где. Да. Приходи, угощайся. Сыры. Да, Савушкин. Да.
здесь на повороте я сегодня колесо пробил. Шла фура с поворота, я чуть-чуть взял и цепанул за этот угол. Может, я застался и тут. Тут стоял всю ночь на дороге. Там камень.